Окей, А у меня просто схемка. нам на третью миссию. Погнали. Нечего, прикольно. Хорошо, что миссии короткие. Good morning, agents. Great work uncovering that our hitman goes by the name Cypher. I researched him on the dark web and found out that the crooked industrial company. Да, ну как-то я не хочу особо читать, потому что я тоже, мы это пропустим. В общем, нам нужно найти одного человека из трех дублеров. Я страшно хочу есть. И пельмени, которые не могу съесть. О, поезд! Отлично, какая-то короткая локация. Хорошо, ты должен мне... ты в поезде. Ты должен мне продиктовать, что у тебя написано. Я тебе открою все двери. Все, ходи. У тебя поезд полностью открыт. Постой. Постой. У тебя там должна быть какая-то надпись. Короче, у меня сканер, я навожусь на пассажиров и читаю, кто они. А, значит... Я тоже вижу. Вот, что у тебя написано? Их очень много. Написано имена пассажиров. Балой, Бен Мэки, Дламини. Нам нужен кто-то один. Найдите, смотрите, а у меня написано. Найдите ДЖ Бреннинга и взломайте его профиль. ДЖ Бреннинг? Ага. Дламини? У меня есть Дламини. И да, короче, у меня нет имен. У меня есть... Инициалы, типа? У меня есть, чем занимается этот человек. Значит, в своем списке ты должен найти этого Бреннинга и продиктовать мне, чем он занимается. Какая у него профессия, кто он вообще по жизни. А я его найду в... среди пассажиров. О боже, так. Опрос. Как же уши болят. Дешифратор, взломщик пароля. О, я камеру вижу. Найди мне... Ты меня слышал? Да, пассажиры. В списке пассажиров. Поезд... Слушай, может у тебя есть IP-адрес, может быть? Кого? Одного из пассажиров, кого-то хотя бы. Поезд по имени или IP? По имени, давай. О, господи, так. ДЖ, точка, это сокращение, Джордж или Джон, ДЖ, Бреннинг. Подожди. Так, а я найду тут самого красивого пассажира. Так, Д, дальше, что там, точка, да? ДЖ, точка. Джи или Джей? На русском. Ты на английском пишешь? А, на русском, да, я на английском пишу. Так. Значит, Д. ДЖ, дальше. Точка Бреннинг с двумя Н. А вот он у меня, кстати. Так, опиши, чем он занимается. Какая про него информация? Он, короче, рядовое членство, криптовалютчик, церковь неба. Мужчина. Так, красивого мужчину. На женщин не смотри. Рядовое членство, криптовалютчик. Ну, их два, кстати. И криптовалютчик, и церковь неба. Он, видать, молится небо. В небесах. Ищу. Так, хорошо. Значит, я иду в другой вагон. Вагон номер 4. Это баба, мне на бабы не подходят. Красавчик. Пристаешь к людям, ай-яй-яй. О, у нее HyperX наушники, прикольно. Так, церковь неба, рядовое членство и криптовалютчик, да? Да. Скажи, что крипта упала, и он тебя сразу же найдет и сделает плохо. А можешь еще сказать, что бога нет, он тоже сделает плохо. Если бы он был мусульманин, он бы сделал плохо. Христиане таким не занимаются.
Открой мне. А, сейчас я иду в вагон номер 2. Рядовое членство, криптовалютчик, церковь неба. Я продаю фонарики, или чехлы для паспортов, или отличные очки. Очки надо! Ну что ж такое? О, сколько там людей будет в следующем вагоне? В первом, наверное. Я нашла! Я нашла его! Скажи, что... Я взламываю, Тихо. Код... получите ключ расшифровки вместе с вашим напарником. Так. Окей. Значит, я буду по одной букве, по одной цифре проверять. Значит... Что у тебя только что, какой результат только что был? Попытка 1. Одна неправильных цифр, 3 неправильные цифры. Попытка 2. 2 правильные цифры, 2 неправильные. Еще так, раз. Тебе... Мне какую информацию даешь? Сколько правильных, сколько неправильных? 2 правильные, 2 неправильные. А сейчас? 2 правильные, 2 правильных... В неверной позиции. Порядок не тот. В двух. Сейчас. Две правильные, две снова порядок неправильный. Есть. Отлично. Имя пользователя Джейкобс. Бренин. Короче. Да. Передайте теперь... профиль вашему напарнику. Кошелек его наш. Ты настроил толкатель. Что это такое? Да, я взломал случайного пассажира пригородного... Пригородного, господи, все, я не буду позориться. Пригородного поезда. Список жертв теперь хранится в системе этого человека. Скачай его, если ты готов. Пока нет, жду более безопасной зоны сети. Прокрутить IP-толкателя в этом файле. А человек в вагоне 4. Значит, нам нужен вагон с 4 людьми. Моя работа сделана. Выхожу на следующей станции. Договорились. Найдите посредника, чтобы получить доступ к списку. Нам нужно найти посредника. Мне нужен вагон с 4 людьми. Как мне найти посредника? Есть какая-то инфа? Я могу сканировать людей. Нам нужен человек в 4 вагоне. Сканируй всех, кто есть в 4 вагоне. Не-не-не, я не могу, это очень долго. Их там немного. А что нам делать еще? А где он там выходит? У тебя должна быть какая-то информация. О, кстати, подожди. А четвертый вагон, я заблокировал двери, они не выйдут. Хорошо. Так что сканирую их. Так ты должен мне сказать. Сейчас. Кого я должна кого? Ну, пока я думаю, сканирую всех. Подожди, взломщик. Ну, пока взламывай, пока ничего. Я ничего нет интересного. Нет, я не могу просто так просканировать всех, потому что у меня от всех требует пароль. То есть это должен быть именно тот человек. Вы получите уведомление, когда напарник попросит вас помочь взломать учетную запись. Оно попробуй. Я поняла, как чувака зовут. Сайфер его зовут. Найди чувака с именем Сайфер и скажи, какие у него интересы, чем он занимается. Окей, пассажиры. Так, сейчас. Что он делает? Ничего. Что происходит? А, все нормально. Так.
Сайфер. Нет, IP-адрес не найден. Так, мне нужно какое-то другое. Сайфер. 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 А, говорит, что он в четвертом вагоне, да? Сейчас. Я попробую найти из списка, у меня здесь просто отсортировано по вагонам. Это имя будет найти несложно. Боже, неужели мне... О, боже, а в четвертом вагоне такого нет, кстати, Сайфера. Найди Сайфера. А, смотри, он пишет, что IP толкателя в... Короче, в этом файле. Он... Сайфера, найди мне. Скажи, какой вагон. Снайдер, сейчас. Свансон. Сейчас остановка будет. Давай быстрее. Какая остановка? Он должен бесконечно ехать. Он может быть в первом вагоне. Подожди, но просто у тебя закрыт третий вагон. Ну откроешь, скажи мне, какой вагон? И чем увлекается этот чувак? Чем у меня такой стрим такого плохого качества? Сейчас, пассажиры. Я сейчас попробую еще раз написать. Сайфер. Через Е. Блин, не найден. Такого чувака нету. Я сейчас тебе отправлю в Телеграм. Давай. Такой чувак есть. Сайфер. А ты видишь, у тебя чат, окно просмотра чата есть? Ну, есть, да. Сайфера. Там написано имя Сайфер. Вот, мне его не находит. Реально. Ты точно так же пишешь? Да. Ну, Сайфера могу еще написать. А, добавить. Найдите посредника, чтобы получить доступ к списку. Посредник, это тот человек в четвертом вагоне, получается? Так, привет, Сайфер, я в поезде, все готово. Ты настроил толкатель для нашей операции. Я взломал случайного пассажира. Список жертв теперь хранится в системе этого человека. Скачай его, если ты готов. Понятно. Расшифруй файл толкателя. Расшифровываю. Все. А что ты раньше этого не сделал? А я тыкал на этот файл, он вообще никак не активировался. А его, оказывается, нужно было перетаскивать. Вот, блин, игра непродуманная. Ой, здесь... Ага. Поднимайся. Опускайся, да? Как? Направо. Нет, ты опускаешься, а я направо. Yeah. Короче, мы успеем. Поезд не успеет приехать. Влево. Ай. Отлично. Влево. Это было близко. Кто-то отключился или подключился? Что было? Нормально все? Лево. Вниз. О, боже! А как это получилось? Ты видела? Да, я видела. Слава богу. Я очень сосредоточена. Просто сквозь. Подожди. Вниз. Боже мой, вот это тут лабиринт получается. Боже мой, там надо успеть пройти. В этой щели. Миссия невыполнима. Блин, прости, это тут я. Так, блин, сорян. Так, все хорошо. Боже мой. Тихо. Ну как? Я что-то... Извини, это я уже...
А может остаться в той комнатке? Скорее всего, нас зажмут, да. Нам нужно... Видишь, все, съели. Мы не успели. А, подожди, нет, все, хана. Хорошо, значит, нам нужно пролезть. Это наш последний код. Пролезть! Поэтому, если мы его взломаем, то будет ок. Блин! Тима! Я не успел. Подожди. Я сейчас попробую с помощью... здесь только кнопки, окей. Хорошо, тогда я попробую кнопками это сделать. Ну что ж такое? А, блин, забыл, что он двигается, ладно. Че тебя уносит влево? А, мы не успели. И уносит меня. Влево, вправо. И уносит. Инерция. А ты можешь как-то ее рассчитать? Давай. Перелазь. Блин, я уже чувствую... Давай. Невыносимость всего этого. Давай. Пролезли. Нам было вверх мне идти, да. Ну как это пройти? Так. А, это я слишком влево снова, да? Так, я делаю одну и ту же ошибку. Мне надо перестать ее делать. Блин, я сейчас затуп. Ой. Господи, боже мой. Хорошо, мы уже прошли дальше, чем... Чем было, да. А, блин, я забыла. Аккуратно с инерцией, аккуратно. Аккуратно. Опа-на. А это что было? А это ты не двигался, ты не двигался. Это какой-то вечный поезд. Не думать про поезд. Вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз. Тихо. О! Боже, слава богу. Я не знаю, что будет четвертый внести. Так, хорошо. Это IP этого челика. Я теперь смогу... Вычислить по IP, давай. Вычисляй по IP. А, подожди, он в четвертом вагоне. Заходи в четвертый вагон, я его заблокирую. Я в четвертом, ты... А, ты в четвертом, все хорошо. Так, все, я иду в пассажиры. Господи, так. Вычисляем по IP. 40. А ты что? Прикольная технология с вот этими очками. Посмотрите, вы бы хотели себе такую технологию? Баба стоит в метро и работает. Так, и кто это у нас? А кто это у нас? Кто это? Абара? Кто? А, Михайло Абара. У меня нет Михайло имени. Абара. Скажи, чем она занимается. А, привилегированное членство. Меломан, любит любовь всего дня, это кино и криптовалютчик. То есть 4, да? Да. А это женщина или мужчина? Женщина. Ежемесячный опрос. Слушай, как всегда быть уверены? А, ну да, посмотрю врагу в лицо. Я тебя поняла. Написали объем сверхурочной работы в июне. Ты много работала в июне? Это был разумный или чрезмерный? Так, взломчик пароля, давай. Значит... Подожди. О, две правильные, две неправильных. Что случилось? Что ты сделала? Нет, это не я. Что ты накачала?
Фу, нельзя быть такой. Я только что обнаружил попытку подключения на толкателя, поэтому решил использовать специальный вирус, чтобы отпугнуть злоумышленников. Это мы злоумышленники? Какой ты толкатель использовала? Это ты взломал толкатель и нас заблокировали. Ничего не трогал. Я просто опрос проходил и все. Хорошо, мне нужно закрыть всю эту рекламу. Давай. Ваш партнер. Эй! А что мне делать? Я не знаю, есть что-то, что ты можешь делать? Оба пользователя должны одновременно удалять вирус одного типа. Давай, удаляй. Одного типа. Давай удалим все варнинг. Варнинг. Ладно, черные, 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 черные. Черные. Черные? iMac 3200 или что? Ну, с черными рамками, да, iMac 3200. Удаляй, удаляй, удаляй. Прикол в том, что я не могу... Теперь виннеры, 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 давай, 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 давай. Подожди, подожди. А виннер у меня, кстати, перекрыт. Нужно iMac 3200. Ну да, сначала. Я говорю, удаляй сначала iMac 3200, потом виннеры. Ну, виннеры теперь виннер, давай, да. Давай, 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 давай. И теперь дальше. Варнинги, варнинги, давай. Варнинги. Ух, это было расслабительно. They really went all out to keep intruders off the mule. Она пишет фанфики про Путина и Зеленского. Так, так, окей, а что, собственно? Ищем Миха, эту вот женщину. Так, хорошо, взломщик пароля. Давай. Чувак идет. Подожди, а я его, кстати, заблокировал, он не пройдет. Я скажи, какой там результат пароля. Он, слушай, он взламывает замок. Что делать? Он к тебе идет, текай. Нас обнаружили. Нужно все двери заблокировать. Хорошо. Все, я жду, когда ты начнешь взламывать. Так, хорошо. Значит. Приступай к взлому. Приступаю. Он идет, у тебя осталось мало времени. Аж, ну, говори результат. Результат. Какой? Пароля. Ну помнишь, как мы делали? Два правильных числа, два неправильных, одно не на своем месте, помнишь? Ничего нет. Тебя нашли. Я не могу это сделать без тебя. У меня не было паролей. Ну, у меня точнее не было, типа, два правильных, два неправильных. Мы это делали уже. Что Хорошо. У тебя есть? Ну, я не могу, мне надо его взломать. Хорошо, давай сейчас. Так, давай сейчас начинай. Я сижу по взломщике пароля. Я жду, пока будешь взломывать его. Ты его уже? Ты его взломаешь? Сейчас. Взломаешь? Да. Подключение к учетной записи временно отключено. Попробуйте позже. А что мне делать? Дождитесь того, когда ваш напарник сделает попытку повторить ключ. Да я уже сделала. Файл успешно расшифрован. Так, ну, IP мы нашли. И нас снова спалили. Хорошо, может ты знаешь пароль? Пароль из четырех цифр. Из четырех? Ну, да. 100, 140, 250, 223. Четыре цифры. Да. Ну в смысле, тут не четыре, тут... Именно прям четыре... Получите ключ расшифровки вместе с вашим напарником. Это должен сделать ты. Вот, я сейчас во взломщике пароля. Во взломщике пароля. Я тоже во взломщике пароля. Хорошо, сейчас вот я запустила, и тебе покажется какой-то результат. У меня пока ничего нету. Подключение к учетной записи временно отключено. Попробуйте позже. Я не знаю. Может быть, я могу выключить питание? Не знаю. Не на снова спорить.
Так. Хорошо, то есть то же самое, что мы, когда мы пароль делали, ты не можешь то же самое сделать, да? Да. Да, у меня ничего не получается. Так, я смотрю на тебя. Файл успешно расшифрован. Хорошо. Пароля еще 3 цифр у тебя тоже нету, да? Нет. У меня есть просто ID, который 100, 140, 250. У меня он тоже есть, она же в чате. То я не знаю, блин. У меня, под, ну, сразу у меня... подсказку может попросить. Давай. Я еще могу только питание выключить и все. Взять подсказку. Беру. Сообщите напарнику, что Бренник начал передвигаться по поезду. Пройдите в конец четвертого вагона, присядьте, чтобы стать инкогнито, дождитесь, пока он сойдет с поезда. А что за бред? А почему у меня задание написано «Найдите посредника, чтобы получить доступ к списку»? Так, а куда мне сесть? Все, я села. Серьезно? А, теперь я тебе могу сообщать, где он идет. Да, я могу двери разблокировать. Он должен выйти, он должен выйти. Капец, он передвигается, при этом у него ноги не двигаются. Он просто едет по полу. Брэннинг about to exit. Ты еще видишь, да? Кого вижу? Сейчас, подожди, дай он выйдет. А мы должны его упустить? Не знаю. Я пытаюсь выключить питание. Катя, напарник закрыт. Хорошо, подожди. Теперь я снова, скачиваю. Я снова скачиваю. Взлом пароля, иди. Ты там? Я жду. Окей, да. Я запускаю. Я во взломщике. Чё две там? Правильных, две неправильных. 50 на 50. Две правильных, две неправильная последовательность. Порядок не тот. Две правильные, 5 в двух порядок неправильные. 30 секунд. А, отлично, все правильно. Михаила Абара. Михайло или... Михайло. Да, мужик или женщина, кстати. Ого. Запуск. Ждёт. Список жертв. Что? Будет переходить список какой-то. Я ничего не понимаю. Я снова во взломщике. Давай снова взломаю. Хорошо, давай. А там будет порядок такой же? Нет, другой. Три правильных, одна неправильная. Давай. Ты почти угадала с первого раза. Две правильных, два порядок неправильные. Все правильные. Запуск. А мне что делать? Мне что делать? Здесь список жертв, толкатель. О боже мой. Подожди. Переходи передачу списка жертв. Ага. Good job. I just received the hit list and rerouted. Time to go home. Мне просто нужно было скинуть направление документа и все. Выбрать другой маршрут. А, это понятно, все, распсиховались. Да. Короче, дурочки, ребята. Опа, ну. Подожди, проходи в сторону. Проходи в сторону двигателя. Иди в нос вагона. Я вижу, там мне надо в кабину, походу, он взломал поезд. Я зашел в детектор электричества. Передайте этот плагин своему напарнику для просмотра электрических
Автоматическое выключение. Так, подожди, доступ к двигателю запрещен для пассажиров пригородных поездов. У меня есть наборы цифр и букв. Мне нужно. У меня какая-то схема. А, подожди. Сейчас. Тогда по схеме, давай. Сейчас. Иду по схеме. ЦВК. CVK. Цифры. Буквы. Слышишь? Да-да-да. T. T. C. Такая. C. А, T. C. C. V. K. CVK. Угу. Дальше. Все. Окей. Я зашла в кабину. Тут какая-то херня. Фу, что происходит? Блоки... Я отправил тебе инструкции, вроде как. У меня есть блокировка безопасности. Окей, у меня тоже есть. У меня два диска. Как их разместить? А, подожди. Ты сейчас в блокировке безопасности, да? Да. Смотри, значит, левый диск размещай, ну, по диагонали. Есть, да? Ну да. А по какую сторону? Какая сторона? А, по диагонали правая вверх, левая вниз. Ага. А правый горизонт. Отлично. Окей, я иду сейчас к резервной батарее. Мне нужно соединение оксида никеля. Отлично. А, знаешь, смотри, применить в порядке. Красный реагент. Есть. Потом синий реагент. Есть. Красный. Есть. Синий. Они стабильные. Оксид никеля, надо его стабилизировать. Стабилизируется коризонно-активным соединение. Отлично, есть. Добавьте две капли стабилизатора в течение одной секунды. За одну секунду две капли давай. Раз, два. Хорошо, и дальше. Два. Синий. Дальше. Два красных. Все. И зеленый. Применить. Окей. Окей. Теперь я подхожу к боковой компенсатор. Количество разъемов сколько? 6. Так, только одно утверждение верно. Давай. Если разъемов зеленого цвета нет, активируйте третий разъем. Следующий читай. Если имеется как минимум два разъема белого цвета, активируйте следующий, четвертый. Следующий. Если разъемов красного цвета нет, активируйте первый синий разъем. Есть. А дальше? Еще раз. А если нет, активируйте шестой разъем. Подожди, нет, синий есть, короче. Активируйте первый синий разъем. Если разъемов красного нету, активируйте первый его, синий. Я его активировала, а что дальше? Так, подожди. Ну все. А в каком порядке это все делать? Синий, подожди, установите ползунок на половину. Белый, установите ползунок на одну треть. Стой. Подожди. Только одно утверждение верно. Ну, у нас типа одно. Типа, если разъемов красного цвета нет, активируйте первый синий разъем. Может быть, это какой-то порядок? Слушай, а если начать с самого начала, но... Смотри, если разъемов зеленого цвета нет... Все, я разобралась. Хорошо, следующее задание у нас регулятор заряда. Введите IP... 4273. 4-2-7... О, я не то ввел. А как назад? Все, есть. А что дальше? О, господи, у меня есть следовой индикатор. 3.
Не включен, только правый нижний. Так, только одно утверждение верно. Что у тебя там? Подожди, еще раз. У меня кнопки оранжевые и синие. Оранжевые, значит, в порядке считаю. 1, минус 2, минус 5, плюс 1, 3, 2. Общий заряд должен получиться 2, как это, ампер, часов? Хорошо, давай я тебе так прочитаю. Ни один индикатор не горит. Неверно. Примите... Дальше. Хорошо. Индикатор... Ой, один индикатор горит. Неверно. Горят два индикатора, расположены слева. Неверно. Горят два индикатора, расположены Неверно. Справа. Горят два индикатора, расположены Неверно. Вверху. Горят два индикатора, расположены Неверно. Внизу. Три Горят индикатора. Три индикатора. Есть. Тогда, значит, примените общий заряд, равный минус 3. А у тебя какие-то еще варианты с тремя индикаторами есть? Нет, есть только еще 4 индикатора. А, о, принципе, это так... надо считать! Минус 3, чтобы получилось. О боже мой. Я пока посмотрю на вагон, как ты считаешь. Осталось 29 секунд, Алис. Минус 2. А надо, чтобы было минус 3. Ну, применить... А! Фух, слава богу. Все. А, у нас еще осталось... Давай, короче... Есть? Так, это что такое... Консоль LRR. А, все, окей, иду. Нажмите, чтобы общаться. Код ошибки 9585. Есть. О боже, используйте ключ LRR. Ну, это понятно. Смотри, цифра 9, да. Красивая. Просто ровненькая цифра 9, да. Знак. А, подожди, разблокируй. Разблокируйте шкафчик для ключей для там. А, да, давай, опиши мне, какой ключ мне взять? Ключ. Значит, смотри, тебе нужна девятка. Вот представь, красивую, правильную, пропорциональную цифру 9, у которой все концы одинаковые. То есть нету ни короткого конца, ни хорошо, длинного. Хорошо. У этой цифры 9 внизу есть флажочек. Да, маленький. Перевернутый. Или большой. Все. Смотри, какой, этот как, кружочек... Ой, вот, флажочек, это, большой или маленький? Стой, этот флажочек по ширине, как девяточка. Вот так. Все, беру ключ. Конечно, и что, вставлять да, его в эту ошибку? Вставляю, да, в шкафчик. Мы сейчас что-то сделаем. Достанем ключи, наверное, этого машиниста. Так, есть, хорошо. Так, дальше я иду, регулятор заряда. А что, я снова? Нам тут бы надо ставить тормоз, наверное. Подожди, мне нужно снова в регулятор заряда. А значит, два индикатора горят. Давай, найди быстренько. Подожди, ID. ID станции 2187. Отлично, дальше, что там? Два индикатора горят, два нижних. Сейчас, горят два индикатора, расположенных внизу, правильно? Да. Правильно? Да, общий... да. Применяй общий заряд минус 4, равный минус 4. Общий заряд равный минус 4. Боже, какая у тебя комната, вся в искрах, вся черная. Какая ты вообще выйдешь? Ты, наверное, будешь черная, вонючая. Подожди, не мешай, мне тут считать надо. Я уже забыла. Как это сделать? Сделай все, но чтобы было минус 4. Минус 3. Минус 3. Я не понимаю, как это работает. Не заставляйте меня считать, плиз. Минус 2. Минус 3. Минус 2. Осталось сейчас в бан 40... пойдешь, Дим, перестань. Лучше скажи, ничего нажать, Дим. Это я не тебе. О, минус 4. Yeah!
Дальше И у что? нас боковой компенсатор. Значит, давай, говори мне инструкции к боковому компенсатору. Количество разъемов сколько? 6? 5. Так. Если четвертый разъем черного цвета, активируйте синий разъем. Нет, дальше. Если имеется более одного разъема зеленого цвета, да, и один разъем красного. Нет, дальше. Оно, да. Если разъемов черного цвета нет, активируйте второй разъем. Есть. Значит, зеленый. Установите ползунок на 3/4. Значит, это 25. Это вот так. Вообще не понятно. Не, подожди, 25, 50, 75. Фух. О, получилось. Так, что, все, я все сделала? Нам как бы нужно дойти до тормоза. Еще нет. Используйте все 6 модулей для стабилизации. А у нас 5 только. А чё, я еще что-то... Снова? А, батарея. Резервная батарея. А, значит, соединение этиленкарбонат. Погнали. Красный. Есть. Зеленый. Тихо-тихо-тихо-тихо. Зеленый. Да, потом красный. Красный. Зеленый. Зеленый я еще не нажала, значит, у меня нестабильное соединение. Что? Нужно использовать что-то вязко-текущее. Текучее. Добавьте 5 капель стабилизатора с интервалом в 1 секунду. То есть одна капелька, потом секунду. Хорошо, ждешь тихо, снова. Тихо-тихо. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, да. Зеленый, я нажимаю зеленый. Да. Дальше. Зеленый. Еще раз. Ага. И 2 красных. Есть. Все, тормоз, жмякай. Жмякай, активировать тормоз. Жмякай, все. Боя сейчас должен со соточки сделать нолик. Мы такие выходим. Ну ты, конечно, черная. Ну, в принципе, тебя... На тебе и так не видно грязи, пойдет. Ну, пульс наступления. А, понятно. А что, еще одно? Сколько нужно активировать? А, это у тебя шла заставка. Окей, четвертая миссия. Давай последнюю. Это финальная. Финальная на этой карте. Блин, на карте одна. А сколько карт всего? Одна, это одна карта мира. Good morning, agents. Я не знаю, что там будет дальше, я не знаю. Но мне вроде говорили, что там 6 миссий, а у меня пока 4. Ну, значит... О боже мой, главное, чтобы там не было этого... этой мини-игры с зеленой точкой. Ты не программист, ты этот... Короче, из барбершопа вышел. Я сидушник. Мне чтоб никуда не вылазить надо. Подожди, мы что, поменялись местами? Не. Диктуй мне IP. Пожим. Что? Ядро сервера, слой сети 1, Darknet. Пусти меня в этот черный интернет. Навигация. IP-адрес. Путь к серверу Сайфера. Значит, IP-адрес 185. 150. Дальше. 215. А что еще? 211. А что, уже все? Да. Хорошо, ваш партнер. Я взломал. Ваш напарник начал погружение. Помогите ему достичь сервера. Снова меня куда-то запихивает. Не спасибо. Потерять соединение. Короче, здесь нужно переключаться. Что случилось? Понятно. Мне просто нужно, короче, двигаться в ритм. Под музыку. Короче, у нас с тобой слабое соединение. Функции, требующие исправления. Что? Необходима калибровка. Список функций. Функции? Какие функции там? Transmit packets. Есть. Так, представьте, что вы хакер, напишите сюда что-нибудь.
Это типа хакеры, которые вот так сидят и печатают. Хорошо. Вы это видели? Я просто нажимала рандомные кнопки. Дальше, да. Отлично. Хорошо, еще следующее. Раз. Augments. Душка S. Все, я нашла, Мне это нравится. Я чувствую себя настоящим программистом. Ну, этим. Из кино, которые просто клацают на любые кнопки. О, у меня цифры. Пошли. У меня очень много цифрок. У меня 2, 6, 8, 15. Что ты с ними можешь сделать? Пока ничего. Ой, а куда мне идти? У меня дорога расходится. Ой, слушай, а у меня здесь вообще балдеж. Уже все красное стало. Неправильный путь. А, перенаправьте в сторону. Спасай меня. Help! Еще раз, какие там цифры? Так, B4. B4. Я не вижу, сейчас еще. B4. Тихо. B4. B4, дальше. E5. У меня время заканчивается. E5. E5, дальше. 5Q. Q. Дальше. X4. Все, и сейчас я должен спастись. О, боже мой, у меня прям киберпанк настоящий. Я прям по каким-то струнам летаю, по рельсам. Свет. Я тоже своего рода вижу рельсы. Да? Три рельсы. Так, подожди, перехватчик приближается. А что за перехватчик? Что мне с ним делать? Через 3, 2, 1. А, это дрон! А что делать с ним? Он меня обогнал. Функция, список функций. А функция, давай, говори, какая функция? Bypass Transmission. Как? Bypass Transmission. Есть. Так, значит, сейчас будет снова неверный путь. Я иду налево. 58, если что. Пожалуйста. Походу, неверный путь, да. Сейчас меня снова надо будет спасать. У меня пока ничего нет. Да, неправильный путь. Маршрутизировать. Давай, диктуй. Сейчас. 3R. Да. V как M. Перевернутая 2. Да. N3. 2N. Тихо. N3. 2N. Все, это вообще легко. Ха. О, прикольно. Знаешь, что-то как-то неплохо. Ай. Короче, слушай, подожди, необходима аккредитация. Стенка! Короче, мне стало плохо. Функции, требующие исправления, говори. Emulate Signal. Emulate. Давайте. Ты там снова пишешь очень заученные фразы. А это не тот, подожди, на А называется. О, нашла. Emulate. Опять 61 TASS. У меня нету ничего. Стоп, подожди. Функции, требующие исправления, снова. Scan Network. Как? Scan Network. Нашла. Как скотина, только скан. Опять 76 LASS. Ас. Быстрее, боже, 76 LASS. Да мне некуда его писать. Блин, а что делать? А, я нашла, я туплю. Хорошо. Функция Максимка сигнальный коннекшн. Максимка сигнал коннекшн. Ну ты команда. 61 ТАС. Есть. О, есть. Прошли. Итак, мы прошли третий этап. Еще осталось 5. 76 ЛАС. Опять будет перехватчик. А что мне с ним делать? Ну, типа ждем.
А, это, скорее всего, они будут, наверное, слева справа. Или сейчас умру. Говори, говори, говори срочно. А, 61 Т ас. Прям перед носом открылось. Да, давай, функция, требующая исправления. Роутер, блокер, define, fails, false. Роутер, блокер. Как будто бы у тебя взломали роутер, и ты поверишь пароль от соседей. Сейчас будет неверный путь. Ох, всегда, ты когда ж, разбилка, вечно это... эти неверные пути. Ага. Давай, говори. Сейчас я сканирую. P5. Не говори ничего, пока не найду. P5, хорошо. Дальше. 7. Чё? Э. Чё? 7 тонн. Тон, тонна. Турбо. P5, 7 тонн, дальше. S3. Samsung. Да. S3. Да. Ну, Samsung, ладно. Z9. Зараза 9. Маршрутизирую. Есть. Я уже какие-то монетки собрал, 30. Может быть, за них можно будет пройти и проскочить какие-то уровни. Или проскочить то поле с красной, с зеленой точкой. Которая постоянно звенит, если неправильно. Кого? Ой, тут прям какие-то пазлы начинаются. Часть кого от открыть? О, господи, цель 2.2. Что? Цифры. Ну? 2, 4, 1, там 6, 7, господи. Что? Набор цифр. Голубая, 2. Ты что, можешь... Голубая, 2. А что 2? А, цель 2.2. Во, бери 2. А поставь оранжевый на двойку, пожалуйста. Мы поняли. Все, прошли. Так. Спросите партнера, какие стопки стоит выровнять. Что? Стой, замри. А почему ничего не двигается? А, Д, подожди. А, стой, Рес. А, я не знаю, что делать. Сканировать. Какие стопки стоит выровнять? 3. Ну, типа, нужно 2 и 3 совместить. Что происходит? Тихо. А, все понятно. Короче, ты все сделала. Нет, я все испортила. У меня 5 секунд. А у меня тоже. Ну так, время истекло. Хорошо, функция, давай говори. Wi-Fi коннектор. Давай. Ваш напарник. Спросите ты. Своего партнера, какие стопки выровнять. Нужно 2, слева 2, справа 5. И все равняй. Выше. Справа. Еще раз. Значит, слева 1, справа 5. Ну, позиция. Порядок стеков. Еще раз. Я не могу двигать левую почему-то. Значит, если ты не можешь двигать левую, значит я, наверное, должен двигать левую. Да. Я не понимаю. Хорошо, как... давай функцию, давай. Pink Road. Fast Mode. Pink Road. Pink, да. Ой. Давай, говори, кого? Слева 2, справа 4. Двигай на 3. Двигай на 3. На цифру 3. Я не могу. Хорошо, они значит, не должны пересекаться. Цифру 5. Цифру 5 двигай наверх. Можешь? Еще выше. А, все, я поняла. Цифру 5 выше наверх. А, сейчас. Все, я понял. Я разобрался. Давай. Я тоже, кажется, начинаю разобраться. Transmit pockets. Pockets. Пакеты. Трансмиссационные пакеты. Больше всего все, в этой игре мне нравится писать код. Теперь, значит, смотри. Слева двойку, двигай вниз. На сколько вниз? На две позиции. Еще на одну. Ниже. Еще ниже. Она мне не двигается.
Значит, на три слева двигает наверх, на одну. Какую цифру? Четыре двигает на три. Я не могу ее двигать. Я только правый столбик могу двигать. Блин, я тоже ничего не могу двигать. О! Что это было? Я правую ты сейчас тяну. Что-то я не права была. Так, давай функцию исправляй. Modulate connection. Мы не успеваем. Я не понимаю, как оно работает. Modulate connection. Так, есть, да. Хорошо, ваш я напарник. Могу двигать только правый столбик. Спросите своего партнера, какие столбики выровнять. Хорошо, значит, правой двигай 4, двигай на цифру 3. Есть. Дальше. Смотри, теперь цифру 5 слева, цифру 5 справа, двигай на цифру 2. Еще выше. Ага. Подожди, стоп. Цифру 4 слева, двигай на цифру 2. Не-не, у меня только справа. Тогда сразу же говори, какую ты можешь двигать. Я всегда могу только левую, только правую. Давай, функцию, бегом. Augments. S. Ну, там, короче, смайлик. Все, дальше я разберусь. Так, говоришь только правую, да? Значит, цифру 3, двигай на цифру 5. Еще ниже. Стоп. Значит, цифру 5, двигай на цифру 2. Я не могу. Они не должны между собой. Я не знаю, как это пройти. Ну, типа совместить. Значит, мне нужно 2. Смотри, 2 справа. Двигай на цифру 4. Короче, смотри. Я могу за один раз подвинуть только на одну штуку. То есть, если я 2 двигаю, то я могу либо на 3, либо на 1 его подвинуть. Так, а ты можешь только правую двигать в сторону, а левую? Левую не могу. Но у меня там написано не совмещать. И есть полосочки, на которых написано не совмещать. В данном случае это пятая полосочка не совмещать. И четвертая слева пятая не совмещать. Ага. Справа четвертая не совмещать. А у меня... Так, хорошо. Бери пятую с правой стороны. Да. Двигай на 2. Получится? Нет, не получится. Я могу только на одну ступеньку подвинуть. Сейчас снова время выйдет. Я понял. У нас с тобой функции немного. Функция требующая исправления. 2, давай. Bypass transmission. И? Emulate signal. Теперь давай думать. Дальше, смотри. Справа у тебя на цифре 3 что за табличка? Не совмещать. Слева цифра... Что слева? На цифре 2 что-то есть? Не совмещать. Теперь смотри. Справа цифру 2 двигай на цифру 3. Блин. Ну ты же совместил то, что не надо было совмещать. Ну, а у меня оно как раз совместилось. Ну я не могу, как же меня это злит. Что сейчас там еще происходит? Раз. Отлично, нету. Смотри, у меня цифра 1 слева зелененькая и цифра 5 справа зелененькая. Где у тебя красные находятся? Красная не совмещать, это 3 справа. 3. Да. А у тебя это 4. Двигай 1 на 2 слева. Слева. Ага, ага. Нет, я же говорю, я только справа могу двигать. Справа. Хорошо, значит, двигай 5 на 1. Просто других вариантов нет. Не могу. Я только на 4 могу подвинуть. Мне просто нужно 4 поднять на 1. Тогда оно получится. Давай я тебе сейчас скину, сейчас, когда будет... А исправление, давай, исправляй. Так. Scan network force. Еще. Max signal connection. А, блин, я бредился. Значит. Роутер... Хорошо, смотри, не совмещать. Слева тройка, справа четверка. Сейчас.
Я тебе скинул. Подожди. Я тебе скинул. Получится? А, двигай самый низ. А, тройку двигай на пятерку. Ну я аж не могу двигать. Короче, они должны не пересекаться. Как же это сделать? Давай я тебе буду отправлять фотку. Давай. Фоткаю. Сейчас. Давай, отправил. Принимай. А как сделать так, чтобы они не пересекались? Подвинь свое в самый низ. Четверку на пять, на пятерку. Блин, я не знаю. В самый низ. А ты можешь левую часть по одному тоже ты можешь двигать? У меня есть какой-то палец, ну. Ты. Давай, нам нужно исправить две ошибки. Две ошибки нужно исправить. Your partner just initiated the dive. Help him reach safer server так. Without losing connection. Говори. Пять. У нас здесь пять, цифра пять. Идем на цифру 5. Все. Так, я, короче, перешел на клаву. Здесь все более понятно. Так. Хорошо. Не совмещать. У меня это цифра 4. А у тебя это какими цифра 5. Какими кнопками ты двигаешь эти совместить, не совмещать? Сейчас я тебе тоже скину, что у меня может понятнее давай. Станет. Что у меня только я могу перемещаться влево-вправо по этой доске. Ну, гляну. А как ты их передвигаешь? Тяну наверх или вниз, но я могу тянуть каждую штучку только справа и только на один. То есть один вверх или один вниз. За один раз. То есть я не могу с пятерки на единицу. Your partner just initiated the dive. Help him reach safer server without losing connection. То есть и ты тоже ездишь по вот этой доске, да? Да, только по правой. А ты на левой что делаешь? Ты можешь двигать ее? Я их не могу передвигать. Вот именно ни серые, ни зеленые. Синхронизировать. Слушай, а у тебя там есть кнопка? Не, у тебя кнопка синхронизировать неактивна. Хорошо, сейчас куда я должна сдвинуть свою? Один сдвинуть на три. Один на три. Не могу. Два на три. Не можешь. Или получилось? Нет, один на три. Два на три. Есть. Есть? Ну, да, есть. Мы это Господи, я ненавижу уже эту игру. Так, погнали дальше. Как это получилось, я не знаю. Я тоже не знаю. Слабо, что здесь музыка не напряжена, просто играет на фоне, ты про нее забываешь. У меня музыки нет. Мне надо сосредоточить свой мозг. Так, у меня головоломка. Напарник подключается. Ваш партнер. А, ну, ты заработал 30, я заработала 10. А что делать дальше? Нужно типа выбрать, вы больше данных или вы бонус данных. Оба, тыкаем оба, походу, или чё? Я красный должна что? Собирать. Я красный, а ты синий. Синий, наверное. Оно ещё смешивается. Боже мой, я здесь теряюсь, у меня курсор теряется на этом зеленом синем фоне. Здесь ещё такой... Такой курсор, он сливается. Оба данных. Короче, нам нужно набрать 150. Но это будет несложно. Хорошо. О, тогда неплохо ты наклался 71. А ты с геймпада или на мышке? Нет, я на мышке. Было бы невозможно. Нам еще нужно три этапа пройти. Так, что это? Ключ.
Давай, говори какой ключ. ключ? Четыре А. цифры, четыре цифры. Четыре. У меня здесь просто знаки, у меня без цифр, у меня знаки. Плюс-минус у тебя? Ну да, только только у тебя минус где? Сверху, снизу? Сверху, сверху минус. Сверху минус? Да. Сверху он далеко или впритык к плюсику? Не впритык, но и недалеко. Между ними меньше, чем миллиметра три. Окей, 31-71. Рассчитал эти 3 миллиметра. Итак, пришли еще не там. Пингуйте по команде напарника. Оба игрока должны пинговать одновременно. Пингую. Пингуй! Пинг не синхронизировал. Говори когда. Хорошо. О! Что это было? Ну, скажи, типа, давай. Вперед. Есть. Скажите, что... Своему напарнику. О! Классное задание. Так. Когда уже будет 6-й этап? А что, можно расслабиться? А тут так бывает? А, сейчас будет снова неправильно. Неправильный путь. Давай. 6Т. 6 турбо. Не говори ничего. Дальше. 3Z. Дальше. 5J. 5G. Дальше. 3X. Как в интернете вводить. Есть? Ты правильный J написала. Какая еще может быть J? Ну, кто-то думает, это J. Ну... Г? Другая твой. Ну да. Какая есть вам нужна буква в английском футе? Г. Что-то уже пора заканчивать. 22. 6 и 4. 6 и 4 и ключ сети, символ. Ключ, значит, смотри, это похоже на лестницу с четырьмя перекладинами и на каждом конце лестницы по шарику. Отлично. 14-71. Воображалка хорошая. Так. Мы ж дизайнеры. Подожди, подводчик по команде. Хо! Как у тебя команда, боже. О нет, нет. Боже. Так, ваш напарник должен совместить эти два стека. Значит, смотри, стек справа это цифра 2. 2 нужно переместить на цифру 4. Мне или тебе? Тебе. Цифру 2 на цифру... 3 на цифру 4. Есть. Ну, клацайся. Первый раз. Я понял. Да, да. Я поняла, что это за игра. Сервер. Слушай, хватит уже блуждать по интернету. Опять будет неверный путь. И вечно выбирает неверный путь. Нет, верный. На этот раз все верно. Это все так было задумано. Но сейчас будут перехватчики слева справа. Через 9, 8. Сейчас дроны будут лететь. Эх, дроны. Я хочу монетку собрать. Меня сейчас убьют. Давай. О, боже мой. Значит, смотри, цифру 5 тебе нужно перекинуть на цифру 2. Цифру 5. Цифру 4 на цифру 2. Цифру 3 на цифру 2. Есть. Совмещаю. 3, 2. Нужно... Сейчас, стой. Я повторяю курсор. Есть. Выше. Выше подними. Исправляем ошибку. Какую? Augments. 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 Дужечка S. Есть. Я думаю, что будет верный путь. Мы все же подходим к концу, и значит уже мы идем по правильной дорожке. Да. Правильно. Давайте, а ты видишь конец? Ты видишь конец? Ну да, 8 из 8 у нас этап.
Лестница, просто лестница с четырьмя перекладинами. Окей. 38-38. Ай, меня дроны косят. Сигнал, сигнал, господи. Сигнал потеря, 5-5, давай. 5-5-Z-AS. 5-5-Z-AS. Есть функцию. Simulate сигнал. Бля, я не вижу. 38. Я не вижу этот симулейт. А, эмулейт, эмулейт, потому что... 76-L-AS. Боже, меня сейчас убьют. Нас просто завирусили. Потому что ты букву перепутал, я искала не то. Хорошо, смотри, это смайлик в наушниках. 46-46. 39-S-AS. Так, сейчас будут перехватчики. 2,2. Вилки прям контуженные такие. А, меня... Давай сигнал, сигнал, сигнал. 61-T-AS. Потом Wi-Fi коннектор. Wi-Fi коннектор. Ой, ну это скучно. Это сильно долго проходится, если честно. А так, скажешь, когда? Есть! Отлично. Все, наверное, уже скоро финал. Мы уже прям через все прошли. Ну, по карте ты между... Идет квадратный дверь. А, все, куб. А, сейчас снова надо будет класс. Ну, кстати, я много этих золотых собрал. Ваш партнер. Неплохо. Напарник. Напарник, бери. Плюс 10. Ох, 250. О, я потерял курсор. А если классно по красным? Непонятно. Я не успеваю даже классно по красной. А красный? Ты все тыришь. Напарник забирай. Пустые данные. А, это мне? Так это... А что это такое? Я забираю, отдаю тебе. А что это? А что я себе беру? А, еще надо. А, это просто каждый может класснуть. Хотя почему это мне отправляется? Блин, хочу в Sims поиграть. Не, ну с геймпада это слишком. Плюс 2. Я прицел потеряла, я прицел потеряла. Я его терял всегда. Ей! Короче, закончим эту миссию, потом пройдем следующий метр. Да. О, ноу, опять эти летающие печки. Так, подождите, это что, был только один из раз, два, три, четыре, пять? Кто? Окей, доступ к серверу. Ага, я поняла тебя. А куда нам надо? А куда нам надо? А куда нам надо? Кажется, вперед. А, я умер. Ну, типа, я не умер. Давай с правой стороны делай. Снизу, в смысле? Не так быстро. Теперь переходи на левую. Стой, стой, переходи на правую. О, боже мой, я чуть не умираю. Стой, переходи на правую, налево. Налево, налево, да, налево. А зачем? Вперед. Зачем переходить? Потому что здесь печки ездят, рубивают эти плиты. Так. Что за? Давай сейчас пока подождем. Она сейчас приближается. Строй. Строй справа. Справа. Строй, стой, стой. В дырку давай, в дырку, в дырку, в дырку. Нижнюю, верхнюю. Стой, стой, жди, жди. Строй, снова вперед. Подожди, вперед, да, вперед, вперед, вперед. Справа, придерживайся с правой стороны. Влево, 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 влево. Так, хорошо. А тут надо до стрелочки, что ли? До стрелочки дойти? Да, да, давай, наверное, до стрелочки.
Вот так вот, да. Только не строй, много ж мне не исчезли. Тейкс. А куда где дальше? Ты? Где ты? Я поднялся на второй этаж. А как прыгать? Подождите-ка, а как прыгать? Стопэ. Я же сейчас умру. Тихо. Я умер. Good job. You've reached Cypher's server. Now go down its layers and neutralize the core. Стоям и нейтрализуйте центр. Слушай, построй мне еще раз. Я специально так мало поставила, страдай. А как прыгать? Не знаю, мне только убрать плитку, добавить плитку. А добавь, пожалуйста. Куда? Ты можешь только... А как прыгать? Пробелом? Просто зеленые блоки, правильно? А ты видишь эти зеленые блоки? Слушай, а ты можешь двигать зеленые блоки? Слушай, может быть, ты можешь. Я их не то что двигать не могу, я их не вижу. Так, подожди, а что ты можешь сделать? Убрать плитку, добавить плитку. Видно количество плиток, которые у меня есть. И комнаты. Ты ушел из одной прямоугольной комнаты. А где ты сейчас, я не знаю. У меня на карте ты не подсвечиваешься. Короче, я вижу здесь зеленые блоки наверху. И как бы... Я упал. Давай еще раз. Ну что, серьезно? Да, в принципе, нам только сюда. Так, короче, я поднялся на второй этаж. Смотри, там есть типа... А, слушай, а ну-ка построй в другой комнате блоки. А ну реально. В другой, в которой мы еще не были. О! Замри. Построй блок внизу. Вот ты как строила, только внизу еще один добавь. Нет. Нет. Ниже. Опускайся ниже. Я не могу опуститься ниже, у меня там ничего нет. Вот ладно. Это самое низкое. Откуда ты вылез вообще? Не создавай. Я свалился откуда-то. Так, хорошо. А, ты падаешь со второго этажа на первый, я должна тебе типа соломку подстелить, да? Ну да. Поставь плитку, я сейчас сориентируюсь где-то. Куда? Куда угодно. Ага, неплохо, только она сейчас исчезнет, да? Поставь там еще раз. Я съели, подожди. Ставь еще раз там. Ставь быстрее. Я сейчас снова съели, поздно. Подожди. Стоп, ставь. Я поняла. Только не даю. Там эти штуки двигаются, они их съедают. Хорошо, мы тебя должны очень быстро довести до желтого квадратика. И сейчас я подумаю. Так. Подожди. Стой, 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 стой. Тайминг. Ставь. Я спустился. А это как? А это как это сделать? А ты можешь спуститься в другом месте? Нет, у меня только здесь. Так, сейчас. Принадитесь. Ага, так, а я почему оно так быстро пропадает? Ну, вот эти вот печки, не катаются, туда-сюда съезжают. Эти адские вагоны. Слушай, я не знаю, как тебе дойти. Я не знаю, как тебе дойти. Да, строй! Строй! Да, строй! Давай, 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 заходи, ну заходи! Заходи в желтый квадрат! Побудь тут. Мне нужно какое-то безопасное место. Так, хорошо. О боже мой, теперь я в какой-то комнате с лазером. Следующий шаг. Сервер. Передо мной огромное окно с этим замком. И есть вопросы. Порт 273. Вот сканируйте все эти цвета, цветные ключи сверху вниз. Давай, диктуй цвета. Порт 273. Синий. Зеленый-синий. Дальше. Больше цветов нет. Порт 273 закрыт. Дальше. Порт 337. Папа, подожди. Ладно, хорошо, дальше.
337, значит, желтый. Да. Синий. О, господи, куда я вошел? Желтый, синий, желтый, розовый. Что происходит? Ай, подожди. Мне нужно идти в этот порт. Это мне нужно идти? Синий, зеленый, синий. А чё это я? В смысле, вы пропустили ключ? А тебе что нужно делать? Я нажимаю на кнопки, как ты мне говоришь, синий, зеленый, розовый. Ого, так, а, так подожди, в каждом порте просканируйте ключи в нужный момент, следуя подсказкам напарника. А, я понял, у меня идут ключи, и ты закрашиваешь этот ключ нужным мне цветом. Да, давай, да. Порт 273. Да мне пофиг, какой порт, давай. Хорошо. Значит, синий. Да. Сейчас. Синий. Синий делай. Зеленый. Синий. Прошли. Получилось? Вы открыли неправильный порт. Слушай, нет. Здесь какой-то порядок должен быть. Это был неправильный порт. Ну, в плане правильный. Хорошо, порядок. В каждом порте отсканируйте ключи в нужные моменты, следуя подсказкам напарника. Открытые порты. 0 из 2. А, вот этот, на котором напротив ты него стоишь. Первый порт, давай. 551? Ну, заходи в него, давай. Сейчас, зеленый, розовый, синий. Вот этот, да. Зеленый. Да. Зеленый, 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 зеленый. Розовый. Синий, синий. Есть. Хорошо. А второй порт, который нужно открыть, это тот, что выше. Вот этот. Просто... Ты возле него стоишь. Давай. Вот нет, этот? Нет, выше. Вот этот, вот да, этот? Левее. Да, 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 да. Я забыл цвета. Ты помнишь цвета? Да, желтый, розовый, синий, зеленый. Желтый. Да. А необходимо. Нет, необходимо был зеленый. Хорошо. Давай, заходи в него, заходи, заходи. Да, да. Вот зеленый, розовый, синий, синий. Сейчас будет зеленый. Да. Потом розовый. Сейчас зеленый. Да ты не ошибайся. Так, зеленый, розовый, синий, синий. Все, поехали. Первый будет идти зеленый. Когда? Сейчас. Розовый. Да. Два синих. Синий, синий. Порт так успешно открыт. Ты... Хорошо. Это ты цвета? Разблокировать. Ну да, я же говорю цвета, я нажимаю на цвета. А, думал, мне надо нажимать. А, все? Да. Опять эти печки, уже стенки пошли. Так, следующий что шаг меня... у нас доступ к серверу. Знаешь, построй. А у тебя же как бы делится, да, на 4 полоски, да? Правильно? Значит, смотри, построй дорожку на третьей полосе. На... Да-да-да, вот здесь вот. Ты построила. Только прикол в том, что на второй полосе они будут исчезать. А на третьей не исчезают. Беги на да. Беги по той, но что здесь... я построила. Но здесь катается, короче, бетонная стенка, которая меня убивает. О, кстати. Я могу по чуть-чуть строить, давай. Строй на второй. Продолжай строить на второй. Спасибо. Так, идем дальше. Окей, так, тут есть два ключа и выход. Нам нужно достать два ключа. Тихо, назад. Назад. Тут две такие печки катаются. Строй по часовой... Ты где? Ты где строишь? А, нет, не там, а в другой комнате. Вот здесь, да. Вот только здесь? Смотри, вот. Да, вот в этой ты, комнате. Ты сюда не строй... пройдешь, ты сюда не пройдешь. Тут замок. Тебе нужны ключи. Ключи слева и справа от тебя в комнатах. Вот, я хочу идти вправо. Хорошо. Как тебе построить? Строй по часовой стрелке с краю. Давай, давай. Вперед, вперед, еще. Вперед, вперед. Продолжай вперед строить. Еще вперед, еще, еще. Ой, боже мой. Так, так, еще вперед. Ключ, бери ключ, есть. Так. А что, назад тоже тебя нужно вывести отсюда? Да ну тебя. Давай. Стой, здесь просто стенка ездит, которая иди, меня... Иди, 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 иди по стенке. Подожди.
Я подумал, может быть, здесь как-то игру обмануть? Не, не получится. Но сейчас они снова пропадут. Давай, строй. Где? Внизу? Вверху? Строй. Справа, справа. Давай, справа. Вперед. Вперед, вперед, слева. Переходи влево. Вперед, вперед, вперед. Еще вперед. И к выходу. Так, есть. Хорошо, теперь левый ключ. А стой, я здесь хочу понять схему. Она здесь очень запутанная. Сейчас печка их съест. Так. Давай вперед еще. Влево. Влево, вперед. Меня стенка. Кошмар. Давай, 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 давай. Они построились. Так, поехали. Поехали. Еще раз. Вперед, 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 вперед. Еще вперед, вперед, вперед. Стой! Я живой. Я знаю, я специально тебе там построила. Стой, 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 стой. Иди, 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 иди. Нет, стенка идет. Нет, не идет. Все, давай. Ага, теперь выйти. Тебе нужно идти. Давай. Давай, 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 давай. Давай тут. Здесь такой кошмар. Так. Давай. А, здесь, мне кажется, будет гораздо проще. Вправо, вправо. А, я не успела, там и нереально было успеть. Я стенкой зацепился. А, нет, печка. Не вариант, сейчас хавает. Сейчас вот сразу же после нее. Давай. Давай, боже давай. Мой, мы не успеем. Хорошо, дальше. Я так перепугался. Тогда через низ идем. Через низ. Давай, 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 давай. Ну, в принципе, да, как вариант. Вверх, вверх, поднимайся вверх. Блин. Не, я думаю, через низ будет еще более нереальнее. Давай. Давай, наверное, старым маршрутом, ну, имею в виду, через верх. Блин, стенка снова идет. Давай. Право. Залазь, залазь, залазь. Давай. Вперед, вперед. Есть. А, все, давай, залазь. Я сейчас буду снова на втором этаже, походу. Да. Плиточки снова строю. Прыгай, прыгай. Куда прыгать? В пол. А ты можешь плитку поставить? А где ты? Ну поставь где угодно, я просто снова на втором этаже. Подожди. Я просто ничего не вижу почему-то. Ну точнее, я не вижу твои плитки. Слушай, ты можешь упасть? Просто вниз. Доверись. Опа! Дело в том, что если я упаду, я сразу же сдохну. Нет, ты не сдохнешь. Можешь довериться, я тебе пол открою. На раз, два, три прыгнешь. Хорошо, давай. Раз, раз два. Два, три. Нет, не получилось. Здесь дело в том еще блоки, которые меня убьют. Ездят туда-сюда. Сейчас. А я вижу, что это за комната. А открой мне стенку. Прыгай. Подожди. Сейчас я тебе скажу, когда. А, открывай. Мои уши, как же уши болят. Нет, я профукала. Давай. Поздно. Еще раз. Сейчас, стой, стой, стой. Открывай. Мама! А, я сдох. Ну вот, я же... Да не сдох, ты все нормально. Я же говорила. Типа, чё? Ты прыгай, а я открываю, все классно. Так, следующий шаг. Сетевые опять? Порты. Господи. Какой нужно? Так, окей, прям под тобой. Второй порт. Здесь? Да, 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 да. Запомни и говори мне. Я лучше сфоткаю, потому что я не запомню. Да ладно, там всего 4 цвета. Там нет. 8. Так. Поехали. Синий. Зеленый. Неверно. Просто еще крали. Раз, еще раз туда же. Так, сейчас будет синий. Синий. Зеленый. Желтый. Розовый. Зеленый. Желтый. Зеленый. Розовый. А ты видишь, как эти штучки?
не тот. Не-не-не, не вижу. Я просто нажимаю на кнопки с надписью есть... розовый, синий, желтый, зеленый. То есть чисто по команде, да? Да, давай еще раз. Но порт был неправильный. А, наверное, я не в то время нажала. Я все правильно нажимала. Может, я с таймингом пропустила чуть-чуть. Хорошо. Синий. А... Поздно. Я поздно прочитала, Дань. Про какую стрелочку ты говоришь? Я уже не знаю никаких стрелочек. Так, давай, Дим. Иду. Так, сейчас будет... Сейчас, подожди. Синий, зеленый, желтый, розовый, зеленый, желтый, зеленый, розовый. Ах, последний был неправильный. Почему неправильный? Вы пропустили ключ. Это ты пропустил или я что-то не так сделал? Это ты, не, ну, не вовремя. Давай еще раз, да? Давай. Смотри, давай я буду говорить S, это типа, как бы, подразумевает собой цвет, а когда я проговорю полностью, это значит, нужно жмякать, ну, чтобы, типа, тебе давать наперед инфу. Значит, первым будет синий. Приготовься. Синий. Зеленый. Не-не-не, мне так не подходит, давай еще раз. Все, я понял. Не так быстро, да? Так как удобно. Я быстрее. Скоро будет синий. Синий. Блин, тут еще тут надо еще успевать. Ладно, поехали еще раз. Так. Синий. Зеленый. Желтый. Айфон погас, розовый. У меня айфон погас. Сорян. Так, еще раз. Синий. Зеленый. Желтый. Розовый. Зеленый. Желтый, зеленый, розовый. Вот, вы открыли неправильный порт. Почему? 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 Кто? Я все правильно нажала. И правильно, и быстро. Может быть, какой-то другой порт нужен? Хорошо, иди в соседний правый. Нет, налево иди. Налево через один, самый крайний. Ага, давай. Сейчас я сфоткаю. Ням-ням-ням-ням. Я уже хочу и спать, и кушать, и уже дойти. Я хочу кушать. Да, твои пельмени уже там эти... Ага, склеились, задубели. Так, зеленый, желтый, синий, зеленый, синий, зеленый. Есть. Окей, давай второй порт. Соседний. Так, вот этот? Да. Сейчас я открою нужную картинку. Поехали. Синий, зеленый, желтый, розовый, зеленый, желтый. Еще раз. Непростой порт. Синий, зеленый, желтый, розовый, зеленый, желтый, розовый. Там был зеленый, у меня снова iPhone погас. Сейчас я выключу экономию заряда. Все. Ох уж эти айфоны с их экономиями заряда. Все поздно. Я заговорилась. Был повод обосрать айфон, я им использовалась. Ну-ну. Синий. Зеленый. Желтый. Желтый. Блин, я рано сказал. Как сказал, так и выполняю. Ну да. Синий. Зеленый. Желтый. Розовый. Зеленый. Желтый. Зеленый. Розовый. Разблокировать. О, жаль, здесь прыгать нельзя, я бы под крышку закончил бы. Опа-на. Ну сколько так. Можно, ну сколько можно? Я уже устала тут сидеть. Сервер.
Так, сервера Сайфера. Батарея 1 работает, батарея 2 работает, батарея 3 работает, батарея 4 работает. Удалить все программное обеспечение и данные на сервере. Удалить все? Конечно. Что тут еще делать? Ой, а Все у меня удалять. кнопка неактивна. А, подожди. А, значит, смотри, батарея 4. Я выключил батарею 4. Ну. Тебе ничего не поменялось, нет? О, выключилась батарея 4. Окей, выключаю батарею 3. Подключилась батарея 3. 2. Окей, все живы, да? Никого не убьет. Ну, давай еще одну отключим. Вау, заставочка. Делится программное обеспечение, да? Ожидать напарника. Напарник, удаляюсь. И меня тоже. У меня с реакцией все нормально, не надо тут. И со старостью тоже все нормально. Напарник, камон. Это требует одновременного действия напарника. Что, у меня заставочка? Тоже. Миссия выполнена. А, понятно. Это я. Так, а ну. О, видишь, миссия опять открылась. А с чего ты взял, что здесь всего 6 миссий? Может, мы пройдем за один раз? Я смотрел прохождение, ну, четвертая миссия была долгая, а пятая будет еще дольше. Ну ладно, на этом все. Да. Ох, что ж, Да, прощаемся со продолжим всеми завтра. зрителями. Может быть, Даня, а как там в Apex? Там есть люди? Можем пойти в Apex. Да, Дим, а с тобой мы продолжим завтра. А сейчас попробую еще в Все. Apex поиграть. Да, ребятушки, до свидания. Давай, пока. Давай, пока.